чем легко и быстро можно очистить рыбу от чешуи и потом не делать дома уборку. Например, вот такого карпа. Эта рыбочистка без усилий с вашей стороны снимает крупную чешую. Чешуя просто сползает с тушки и остается на столе. Для чистки вот такого судака требуется приложить немного усилий. Нужно, слегка подкручивая рыбочистку, пройтись по спине и брюшку, после чего остается просто снять чешую. И опять вся чешуя осталась рядом с рыбой. Окунь с броней из мелкой чешуи требует особого подхода. С хвоста накрыть рыбочисткой, немного прижать и, подкручивая рыбочистку, расщепить чешую. После этого она снимается без усилий. Чешуя не разлетается в разные стороны. Вращающиеся зубчики рыбочистки просто выкручивают ее. И опять никакой уборки. Вот, смотрите.